не по десерте кофе или чаю, но без сахара, если вы их пьете, потому что он довольно-таки приторный, при этом шоколад чувствуется во вкусе и в аромате. Структура плотная, похож либо на пирожное, либо на тортик. Произведен в России. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ну, как пожелаете.